Я коли сюди вперше зайшов, тут пахло бинтами, якось такою, блін, чи кров'ю, не зрозуміло чим. Стяжки валялись і стояло оце крісло, наручники лежали і була така ножка, да, від стула, перероблена в дубинку. Да, вони дубинка і били. Дубинка і били вони десь. Вони та і здивалися людей, як могли. А отут, видно, тримали людей в такій клітці, як собак. Може, колись для собак було? Да, на людей. Вони ж бачите, колючу проволоку така, да, була. Да, вони людей десь де здивалися, тільки так. Ну, в основном, как бы, брали, проверяли тех, кто служил. Где служил? Я по болезни не служил. А какую-то работу давали? И предлагали там куда-то устраиваться на работу? Ну, открывали, типа, центра занятости временного, ну, а что? Сначала за спасибо, потом за паёк, а потом свистнули отсюда и все. А что за паёк был? Так. Ну что входило в него-то? Что-то тушенки, немного сахара. Ну, всегда по-разному, а потом, спустя когда пару месяцев паёк начали урезать, люди начали уже переставать работать. А это работы были по городу, по обустройству, да? Угу. А я там видел в одном из зданий бланки на единоразовую помощь, там 10 тысяч рублей, по-моему. Вроде как пенсионерам. Давали только вот пенсионерам все. А то, что они вот обещали всем, ни хрена. Ничего не давали. Только пенсионерам сколько? Две пенсии успели выплатить и все. Только моим инвалидам не дали. У меня ж инвалид, Единая Россия, ничего не дали. Хотя привозили, ну, паспорта не было, а не дали. Женщина ДЦП и маме 80 лет. И вот это ж две недели я же не могу поехать туда, в деревню. Отвезла, а луганчан подселили на КПП, блядь, все, все округу мародерили. Ахули, и меня беда не обошла, блядь, спиздили. Даже книги, блядь, с посудой спиздили. Нахуя тебе книги? А что за книги? Что у вас вообще? Да, старые рассказы там, я уже даже не помню. Батя в основном читал. А кроме книг, что еще украли? Посуду, планшет, телефон, электробритву спиздили. Это когда уже уезжали или это... Это когда они только когда приехали. Только приехали. Называется, взяли, попользоваться, но не вернули. Так, пришел к ним, блядь, он уже бухой, автоматом тычет уебу отсюда. Говорю, люди живут и написали на двери. Да не в квартиру, типа, вломились, да, и... Ну, раскрыли, нахуй. Раскрыли квартиру, просто. Двери до сих пор. Ну, можете пойти, он дом. Там ни крыша, ни окон, все. Записка висела, люди живут, мелом написано. Мелом стерли записку, я вообще во дворе нашел под деревом, блядь. Как это, чистки назывались, да? Да, зачистка была. Чистки это другие, это в первую очередь. А когда уже этих подселили, двери, бегали, носили все, что можно. Да, вот третий подъезд были. У нас так, заходили. С первого по пятый этаж пооткрывали. Вот так вот. Тут была військовая полиция, а в СБУ была військовая комендатура. Да. Вроде да. А чем их функции отличались? Военная полиция как бы следила за военными, чтобы не то делали. Приходили, жаловались люди, ну, приустраняли. А потом находились и такие, что пришли, пожаловались. Те огребли, и те пришли, и того, кто пожаловался. Ну. Да, гребли. Да, да. Разумеется. Как зимовать? Вот проблема. Да. Говорят, что в апреле приезжал сюда главнокомандующий войск Российской Федерации Герасимов. Я не слышал. Мы же по подвалам сидели, какие главнокомандующие. Я понял. Те, кто каждый день сидите возле подвала со двора, никуда.
А когда начинали съебывать, комендантские дни втыкнули, как круглосуточные. Некоторые докапывались, херли ты во дворе сидишь. Алё, блядь, пожрать надо приготовить на костре. Дров нету, куда шуру делать? Шуруйте домой. Нормально. Такое. До того, как русские ушли, тут электричество не сделали, да? Было какое-то электричество или нет? Вообще? По вот таким домам в основном, где под землей идет линия. Такие, да. У меня он дом, ну, дом, дорога, через дорогу даже, как они обещали, людям в основном, в первую очередь. Понаделали магазины, где не работают, а на нас хрен положили, 4 дома не могли сделать. И вот это уже сколько? 8 месяцев. 8 месяцев без света. Даже и в глаза его не видели. А почему вы не уехали? Я тоже тут была, у меня свои причины, в основном это из-за родителей, я не хотела их бросать. А у вас, наверное, просто не было возможности выехать или была какая-то иная причина? Да не было возможности, тай куда, отец больной. Он бы не пережил.